От якими будуть газові тарифи після закінчення державного регулювання, невідомо. Їх уряд обіцяє озвучити навесні, та в опозиції кажуть, влада систематично порушує свої обіцянки не підвищувати тарифи. А дальше они сами не знают, что будет. Во-первых, я убежден, что это правительство надо отправлять в отставку немедленно. До 31 марта придется принимать решение и перенаправлять, как это было раньше. Вот я это помню хорошо, я еще раз повторяю, был министром, мы этим занимались, и цена газа была доступна. И газ собственной добычи шел только людям. И только население должно им пользоваться. И вот придется также восстанавливать.